Daniel Baumatom'un uzun para olman, Kaspiski'de yaşaman, ulu atamını yaşayan atamına menni, şuna tuğamız, oskemiz, şu Kaspiski şehir kurulgan ilden belli. 54. ilden belli. 47. ili yaralgan Kaspiski. Bu koyunu toprağın sağlığı için kollama yarayı, bülekke, ayakkaga, как лечебная грязь. Бирили булам на яшайганым, хава язда яман. Негеде ел ураганна очистной ярдан. Муна искеле очистной ярдан табыла. Осы әлі мына ерерде учуз, шо иіссе әлі. Адамлар өздер незаты болса, әлі строительный отходы болса, işleyгенне уер, әрбе зат болса, келтіріп кече көрмейін күйде шуна тоғып қоя. Bu birbirine de kışta da kuru bula bu. Ben şu 2 yıl önce görmeyeyim ben şuraya gösterilip sonu. Ben o yaşayan kuyuda Kaspiski'nin içinde hani adamlara işte отдыхать bir yeri var şu center. Можно было бы создавать как бы регион, такие районные центры отдыха. И şunu hani Balasinar'ın yağların beyitip Aruş'undan Terekke'de çarçık park ettiğimse hali şuna şu rayonda yaşay galaga yaşlarına çıkıp aylanmaga yakışı bulacaktı. Buna kol gitçi turali. Buna soyakta Ahonç kadesi de var. Alımlı Ahotaga yürüyedi. Так стрелять. Сульфаты. 16-чы елде республика Минприроды берген эле муну балыккага развивать рыбу. Бу озен алда көл бираз терене да алда хали сай болгон. 16-чы елде Элдар Язганый Минприродага язганый. Минприродага. Да. Суну ибесин мунады. Амма олар айта, мына администрация участкалар үлешкен, осы әле суну ибесек, бу участкалар батталадып, суну ибермей тарып куйды. Она канал бар. Каналга да мына яшегалар канализациялар бактырган. Канализационный суда багы мына. Мына бираз мусурда бар, һәр ким ташлай. Шулай положение. Даже Доргинин сейчас копать проводит. Озеро видно? Да, видно, если хоть еще озеро. Тут место захоронения немецких военнопленных. Здесь хоронили тех, кто умирал там в процессе работы, кого расстреливали, от болезней кто умирал. Но это братская могила, здесь нет никаких конкретных обелисков. Территория захоронения немцев, конечно, выходит за пределы этого огороженного участка, потому что там на берегу моря в сторону южнее, юго-западнее старого маяка, там тоже были захоронения, но они никак, нет карты захоронений, нет здесь конкретных, где именно захоронены. Ну вот, это одна из таких официальных, известных, огороженных, вот стоит памятник. Ну, немцы участвовали в строительстве Каспийска в самом начале еще. Строительство города началось еще до них, но она была на начальном этапе. Например, дом на Ленина 9 было построено, начало строительства еще до немцев. Потом военнопленные второе крыло они достроили. Дом на улице Советской, на Ленина, многие немецкие дома, ну, многие исторический центр построен немцами. Первый дом Каспийский, официальный такой дом, находился на Мира 3. Он сейчас снесен, это здание. Потом было построено вместо него общежитие. Его тоже снесли. Сейчас уже третье здание на его месте строится. На месте первого дома Каспийского. А, немцам еще была здесь уникальная дренажная система, проработана шириной 1 метр. Проходила по всему городу дренажная система. А многие из них в 90-е годы засыпали. Дренаж уходил в море. Какой бы дождь ни было, здесь в Каспийске вода не застаивалась.
Так-то здесь солончаковые такие земли были, болотистое место, и была необходимость в таких дренажных системах. Дренажи частично сохранились ближе к Махачкале, там в центре. А здесь в частных районах засыпано, они на их местах дома стоят. Ты карандаш в машине оставил? Да. Ну, şu yerin adı Konni Dvor, Kaspiski'nin şu yerin adı, şu rayonun adı. Bunlar hali yok bir zatta. Konni Dvor bu Bushi Apshipitovski skladı, Sovetski zamanlığı, bu 4-ya şkola, 4-ya şkola. Konni Dvor'da bir aytılaş var, ne gede şuna atlar saklana bulgan. Kamini kariyerden taşını alpara bulgan, dagdizilge, dagdizini işlemege, zavodla. Как живой транспорт использовали, кони. И вот в этой местности был конный двор, в котором этих коней держали. У нас каменный карьер, здесь добывался камень. Вот конный двор, где мы сейчас были, находится где-то 500 метров отсюда. Отсюда на лошадях свозили на дагдизель. Вот здесь добывали камень, сейчас здесь уже площадка расчистилась. Архабашты тау, у нас артыбызда тау бар, архабашты. Алла архабаш мнеэль геледы. Але мынан тазаланган таштар алынган. Эни бу районун аты Каменный карьер. И şu yerinde остановка Каменный карьер. Аты калган. Арқабаш, значит, надо называть бир Арқабаш надо называть, правильно. Түгөл. Бу жер Каменный карьер. Карьер болгон жер. Арқабаш та оны аты бизде. Арқабаш, да? Да. Арқабашны жери şu, короче, орно. Да, Арқабашны жери. Сол тауны бурунгу Тауну қазылып алынған шу ере, тәшкі. И ровное место образовалось. Два названия, значит, есть и позднее. Это гора Турали. Архабаш, короче, Архабаш деген территория. Бір бар Турали дей, бір бар Архабаш дей, может, раннее название такое, позднее такое. Турали Тау. Баракалла. Трагические события. Вот угол Дахадаева и Аметхана Султана. Здесь практически центр города, везде все обжито, построено, но этот участок это место захоронения, вот как там мемориальная табличка стоит. С 27 по 57 года здесь казахи хоронились, скорее всего, заключенные. Но, скорее всего, здесь помимо казахов есть и наши, которых во время репрессий расстреливали и закапывали. Не обязательно здесь, может, в другом месте расстреливали. Ну, вот здесь такая братская могила. Bizim Rım Tatarlı İgitli belgisi Amitxan Sultanlı Dvajlı Gürüy Sovetskog Soyuzu. Da, bu olgan lötçük ispitatel. Birinci zvizdan alıgan dav zaman, ikinci za ispitaniye davdan sonunda vrodi. Atası Qazıqmuk olsa da ozu Rım Tatarlı'mandı. Rım Tatarlı'a sanayi olgan ozu. Barda dokumentlerde de Rım Tatarlı yazdı. Ну, şu yerde Каспий шаар яралган, şu заводдан баштап, şu заводдан өскөн şu шаарда. 39-чи жылы жазылган аны. 39-чи жылы двигатель строили, авто дагдизель завод. Шаарын даты 47-чи жыл боюнча двигатель строили, поселок. 47-чи жылдан соң шаар курулган Каспийде бакты. 39-чи жыл поселковый совет направил Верховный совет запрос şu шаарга двигатель строен поселок шаар деп, шуга Сталин жүрттүп ат коймага. Ама Верховный совет отклонил это предложение и остался поселком вплоть до 47-го года и присвоением города Каспийского.